Председатели советов многоквартирных домов, управляющие компании, районные власти, жилинспекция и просто неравнодушные граждане стали участниками муниципального форума «Управдом». Основным пунктом повестки стал вопрос, связанный с новыми правилами обращения с отходами. Прошло уже почти полгода с введения так называемой мусорной реформы, а значит, пришло время подвести первые итоги. Мы проинвентаризировали все контейнерные площадки, которых у нас оказалось 496 в Ленинском районе. И путем определения норм накопления, анализа, проведенного вместе с управляющими компаниями, мы определили совместно с рекоператором, что нам потребуется более 2300 контейнеров. Все 100% серых контейнеров поставлены на территорию Ленинского района досрочно. Что касается синих баков для пластика, стекла, макулатуры и металла, то на каждой площадке можно увидеть как минимум один контейнер такого цвета, а на некоторых и два. Ситуация вокруг мусора очень актуальна, и в зале равнодушных слушателей не было. Прозвучали вопросы по тарифам и платежкам, своевременному вывозу. Появились замечания и по стихийным навалам. В Петровском подъезжаешь, три кучи лежит, это самое, мусора. Кто их спрашивает? Почему? По зеленому шоссе тоже лежит куча. Наши операторы, которые работают по стихийным свалкам, предоставляют нам отчет. Было, стало. Как только поступает заявление жителя, или мы сами обнаруживаем, или региональный оператор отслеживает территорию, управляющей компанией в том числе, мы немедленно даем такую заявку и вывозим. За 5 месяцев вывезли более 25 тысяч кубометров подобного мусора. Сфера ЖКХ всегда на острие и касается каждого, у кого есть крыша над головой. Ничто не ускользнуло от внимания гостей форума. Собравшиеся подробно обсудили и вопрос капитального ремонта жилого фонда, и работу сервисных служб по уборке дворов. Затронули также тему подготовки к отопительному сезону. И хотя сейчас на дворе только начало лета, это как раз самый лучший период для подготовки, чтобы зимой люди чувствовали себя уютно в своих квартирах. Большая просьба, если у советов многоквартирных домов именно сейчас есть какие-то вопросы, проблемы, недостатки по многоквартирным домам, озвучивайте их сейчас. Мы говорим, что у нас не задача оштрафовать управляющую компанию, а задача, чтобы дом был подготовлен своевременно к сезону эксплуатации. Форум «Управдом» помогает наладить прочную связь между чаяниями жителей нашего района и соответствующими властными структурами. Ведь, как известно, лучше всего вопросы решаются в процессе прямого диалога двух сторон. И можно быть уверенным, что ни одно заявление не останется незамеченным. С этого года мы применяем такую практику, что мы, помимо того, что можно вопросы задать прямо на форуме непосредственно, мы еще принимаем вопросы в письменном виде. У нас сидит человек, который ведет реестр и потом отслеживает, чтобы на эти вопросы, которые пришли в письменном виде, были даны ответы. О месте и времени проведения следующего форума «Управдом» можно узнать на сайте администрации Ленинского района. Как всегда, двери открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.